Петрович Назар Степанович, 31.03.2002. Тернопольская область, Тервулянский район, село Лошник, улица Гагарина, дом 5. Солдат, помощник гранатометчика взвода огневой поддержки 2-й роты 1-го батальона, часть А-1556. Командир взвода огневой поддержки, старший лейтенант Мороз Артем. По отчеству не помню, кажется, Игоревич. Знаю командира роты. Капитан Невинский Виталий Игоревич. Позывной Гурман. Командира батальона я не знаю. Папа служил. Я от дурости тоже подписал подрав. Задача была от командира роты до командира взводов. Командира взводов уже доводили на 5 утра. Мы должны были высунуться из нашего местонахождения. Это было тоже в посадке, в лесопосадке, где-то в поле. До места штурма. Мы ехали примерно где-то полчаса, это было где-то 15 километров. Тоже ехали полем. Населенный пункт, который мы проезжали, это было уже близко к месту штурма. Он находится около водохранилища. Мы начали штурм батальона, но у нас была рота, батальон. Две остальные роты были на других направлениях. То есть была только рота. Я видел только роту. Мы брали роты. Мы взяли одну посадку, там укрепились. Нам сказали, надо еще на одну посадку вперед. Мы пошли еще на одну посадку вперед. Там мы должны были окопаться и держать оборону, не пропустить ваши войска. Там назначился минометный обстрел. Было очень много раненых. Их эвакуировали. Много 200-х. Мы сидели в посадке около 3-4 часов, может 5, не помню точнее, не было телефона. И потом уже нам должны были отправить подкрепление, но ваша группа скорее дошла до нас. У нас не было патронов 4 или сколько магазинов, поэтому нам не было смысла держать бой. Мы сдались. Задача была просто сделать штурм. Нам не объясняли, точнее, это не был населенный пункт. Это было сделать штурм, продвинуться примерно на километр, может больше, в поле, в посадках. До населенного пункта мы не должны были идти. Задача была просто подъехать машинами БМП-1 и продвигаться с перестрелкой, если она бы была. Если бы ваши войска отступили, не было бы перестрелки, мы просто бы заняли позиции, держали бы оборону. Весь план. Хочу обратиться к моим побратимам в службе из Нового Вала и всем военным, которые есть в Украине. Все, что в полоні рассказывали нам, что в полоні поводится с нами очень плохо, это брехня. Я здоровый, живой. У меня никто не издевается, никто не бьет, кудует, поет, все добре.